Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И у нас очередная серия по черепашкам-ниндзя-легенды. Как вы видите, у меня мастер одна звезда. Я все-таки сохранил свою позицию, поэтому, ребят, забираем нашу награду. 8400 сюриков, ну, Бакстер Муха, 40 ДНК, естественно, ребята. Мне как бы он не нужен, но будем разбирать. Так, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Это уже хорошо. Сегодня у нас... По традиции, ребята, естественно, будет арена. Будет арена, мы ее сегодня с вами попробуем пройти. Естественно, сегодня не понедельник, сегодня вторник. И нам, ребят, нужно бустовать. Хотя, наверное, уже и поздно, но мы постараемся, подожди-ка. Так, ребят, через 27 минут у меня закроются осколки. Мне нужно наверстать это дело. Ну что, ребята, вот я и заработал последние 16 золотых осколков. Поэтому приступаем, наверное. А, кстати, у нас же, да, нам нужно еще ежедневки с вами выполнить. Так, поднять уровень персонажа, пройти одну серию испытаний. Давайте-ка начнем с испытания, да? Ну что же, пойдемте с вами тогда найдем Мондагека. Опачки. Смотрите, что у нас тут происходит. Мы можем с вами поднять кого-то в золотой ранг. А знаете, кто это будет? Вы ни за что не догадаетесь. Да, ребята, это будет пульверизатор. Многие просили, чтобы я себе сделал еще одного танка, провокатора, и вот как раз он для этого дела очень хорошо подойдет. Тем более у него 50 уровень. Можем даже поднять ему. Вот так, уровень новый. Заодно выполнили еще одно задание. Так, ну что же, а теперь ищем нашего Мондагека. Где он? Где он? Ну-ка покажись. Погоди-ка, а вот он, вот он. Ребята, у него 73 ДНК уже найдено. Нам осталось совсем чуть-чуть. Ну, неудачная попытка. Вот здесь уже хорошо. Давай здесь. Опа-на, ребята, а вот это косячок на самом деле. Всего лишь одно ДНК было найдено из трех попыток. Кстати, здесь тоже что-то не айс. Да, кисло на самом деле. Все очень паршивенько. Так, я не понял, что тут у Криса. Давай менять, конечно же. Кстати, у нас же... У нас с вами где-то очень много ДНК, да? 1400 получится, если мы с вами это разобьем все. Не так уж, конечно, и много, я думал, будет в разы больше. Так, а у Кунаичи что такое? Навыки? Мы можем прокачать и навык, но я не хочу именно у Кунаичи что-то там качать. Есть, например, даже самый Рокстеди. У него тоже можно что-то покачать. Так, ладно, ребята, давайте-ка мы с вами заберем, наверное, Ревард. Так, у нас еще нужно 6 боев провести. Ну, это обычных. Я предлагаю, наверное, что-нибудь найти вкусненькое, да? Ну-ка, что тут нужно? Смотрите, например, нужно еще 10 знаков автомобильных, да? Давайте попробуем найти. 10-то вряд ли, но хотя бы штучки 3. Что это за подстава? В последнее время мне вообще не везет. Вот, автомобильный номер 1. Давай второй. Второй и третий находим, и пока на этом... Завязываем. Ну давай ты, елки-палки. Ну вот ни в какую не хочет, а? Ты представляешь? Не хочет, дает мне один мутаген. И все. Ладушки, все, ребята. Три штучки нашли, как я вам говорил, и пока хватит. Что там нужно еще? Ага. Еще 7. Еще 7 знаков. Ну, это, ребят, будет как-нибудь потом, в течение серий. Мы с вами найдем, прокачаем ему определенный скилл. Ух, теперь знаете, что надо? Теперь, ну, погоди-ка секунду. Теперь нам нужно отправляться, естественно, на арену. И будем там делать выкрутасы. Так, осколки мы с вами нашли, все отлично. Турнир... А, кстати, давайте-ка посмотрим, что у нас по испытаниям. О, вот. У нас будет учитель Сплинтер. Мне как раз не хватает, если не ошибаюсь, 2 ДНК для того, чтобы его перевести по рангу. Так что я очень рад. Ну, как видите, на... В турнирной арене у нас будет разыгрываться Макмен. Он мне как бы не нужен, ребята, он у меня уже прокачанный. Все, хватит. Когда же вы дадите нормальных героев, персонажей, которых у меня, например, нету? Ну что, поехали в турнир. У нас самое начало. Сегодня вторник, поэтому бустовать уже поздно. Будем пыхтеть, краптеть, но выбиваться в топчик. Так, Пресси, давай начнем, наверное, с Пресси. Так, тут у нас 13 и 14 уровень. В принципе, можно даже на это не обращать внимания, потому что у меня всегда начинается с 30... А, нет, с 25-х даже.
Я думаю, эта команда начнет свое бравое дело. Ну и постепенно-постепенно мы с вами переберемся до высших персонажей. Так, минус Хан. Так, а здесь давай вот этот сделаем удар. Па-бам! Хм. Ну, естественно, ребята, этот удар слабенький, потому что не прокачан. Тут даже и говорить не о чем. Бибопчик, успокойся, пожалуйста, родной мой. Вот так вот. Первая катка, первая победа, естественно, ребята, идеальная. И также будет у нас продолжаться, наверное, еще боев 5-6, а может быть даже и больше. Так, ну что, мы с вами... Подожди, я думал, мы перейдем на воин 2 звезды. Нет, нет, ребята, не вышло. То есть это говорит о том, что уже все будет намного сложнее. Как говорится, халявка прошла, и придется теперь краптеть и добираться. Ладно, нам не привыкать. Ну где наши герои-то? Раз, два, три. Ну что же, Рокстеди, да, Шинигами и Донателло, я думаю, сделают свое дело. Тем более тут, опять же, уровень слабенький, 16-й. Ну-ка. Опа-на, с одного удара Шинигами ложит Бакстера Стокмана. Давай-ка, Донни. Так, ну, тут все понятно, короче. А вот Рокстеди немножко меня подвел. Почему-то он не смог пульверизатор с одного удара положить. Все могут, а он не смог. Но зато он хорошо танцует. Ладно, ребята, мы с вами двигаемся дальше и смотрим. Сейчас мы перейдем, естественно, в две звезды воин. Позицию мне дают 59-ю, ну, в принципе, сгодится. И смотрим по кубкам, ребята. Кубки, вот, 11-12, 11-12, здесь 11-11. Так что давайте, наверное, возьмем тогда Юрка. Кстати, уже 22-й левел у персонажей. Быстро как-то они стартуют. Ладно, опять же у нас тут Рокстеди, опять же у нас, ребята, Лео. Ну и Роквелл. Так что давайте наказывать. Естественно, нужно, я думаю, в первую очередь, хотя... Да, я думаю, достаточно будет и одного удара. Ну-ка. Нет, недостаточно было. Да ладно, хорош, вы чё? Я вообще-то думал, что он будет хилять. Но он сделал постепенку. Постепенный урон на моем Леонарде. Ух ты! Что это у него за команда такая с постепенным уроном? Практически вся. Ну, давай. Отлично. Так, давай теперь нейтрализатора попробуем нейтрализовать. Он сопротивляется, понятное дело. Так, ну что, добивочный, нет? Молодец. Роквелл добил. Ну, а мы с вами, естественно, передвигаемся дальше и... Должны, в принципе, наверное, перейти в 3 звезды, да? Воин 3 звезды будет? Да, будет. И позиция у нас 99-я. Кисло. Ну что, здесь у нас уже... А, в принципе, ребята, все одинаково. Но я возьму вот этого героя, да? Туан Вэй Кельвин. Такой довольный там. Почему именно его? Ну, смотрите, ребят, сами. По одной звезде. Тем более бронзовой. Ну, это вообще вата. 18 уровень, да? Ну-ка. Раз, два, три. А, уже по 4 героя берем. Ну, все. Естественно, здесь будет победушка за нами. Ничего он тут не сделает. Они будут сейчас, интересно, быстро падать или нет? Давай проверим. Бомбочку бросим для разминки. Угу. Пробьем, интересно, или нет? Пробили. Так, бросает кунаи. Ну, а мы с вами, наверное, добьем Мондогека. Попробуем. Да, уложили. Теперь пита голубя. Ну и карайку, как говорится, на закусочку, да? Так, подожди, почему-то не вышло. Все. Ну, я, ребята, даже не сомневался, что здесь будет победа у нас. Потому что, ну, сами видели, по одной бронзовой звезде, ну, куда он лезет? Естественно, никуда ему и ничего не светило против меня. Так, 34-я позиция, ребята, естественно, мы с вами после этого боя перейдем на следующий ранг. Так, давайте-ка определимся. Ну, тут все ясно, да? Тут, опять же, по кубкам все одинаково идет, но... Ну, я возьму Александра. Он немножко будет послабее за те же самые... Кубки, мы его должны будем разобрать. 23-й максимальный уровень, как я вижу. 23-й. А я все еще на 30-ках, да, сижу, получается. Да, у меня все еще 30-го уровня персонажи. Я думаю, этого будет более чем достаточно, чтобы разобрать его. Будем смотреть. Кто здесь у нас представляет угрозу? Ну, по большому счету, это Макман. Со своим топотунчеством, да. Он представляет для меня большую угрозу. Так, минус. Ну, теперь можно, наверное, и... Хотя, давайте-ка, наверное, Бибопа накажем. Если я не ошибаюсь, именно этот Бибоп у нас может хилить.
да, в костюме кролика. Или я путаю? Да нет, вроде бы он и есть. Сейчас мы его накажем, все. Ну, а теперь все легко и просто, ребят. Тут у нас Карайка осталась и Донни. Ну, она все бомбит, да? Все не успокоится никак. Ладно, полежи пока маленько. Так, и давай просто уже, наверное. Смотри, вот когда вражина играет, да, за Рафа оригинала, он бомбит божественно. Мой же, ну, вообще не алё и ни о чем. Слабые атаки, может быть, из-за того, что у него никакой прокачки нету. А когда мне? Мне даже не было времени прокачать его. Понимаете? Ну что, ребята, мы с вами переходим на элиту. Одна звезда, у нас 77-я позиция, поэтому двигаемся с вами дальше. Смотрим сразу же на кубки. Все абсолютно одинаково. Теперь давайте посмотрим по звездности. Я думаю, что Диего. Да, Диего будет оптимально для меня. Тут максимальный уровень 28-й, соответственно, уже приближается к 30-м левелам. Раз, два, три. Я вот, знаете, что думаю? Может быть, не рисковать нам лишний раз, а взять... Ну, давай вот этого вот. Я возьму пиццелицу 40-го уровня на всякий случай, для подстраховки. Потому что, ну, мало ли, что-то пойдет не так. У нас такое может быть, вы прекрасно это знаете. Вот зачем? Вот, ребята, я вот это не понимаю. Ну, ты же еще даже урона не получил. Зачем ты начал отхиливаться, а, Пит? Я вот этого не понимаю. Периодически такое вот происходит. Неужели ты не мог просто подойти и бомбануть кого-нибудь? Нет, тебе надо было подлечиться. Так, Кожеголовый берет, ребята, провокацию на себя. Давайте-ка по-быстренькому, наверное, как-то с ним расправимся. Бумс, промахнулся. Так, Донателло кого бомбит? Ага. Так, давай-ка пробивать. Нам обязательно нужно, ребята, как можно быстрее. Так, все, Кожеголовый упал. Теперь давайте Донни. Да успокойся ты, а, Ванюша. Ты слишком много на себя берешь, я смотрю. Сейчас мы тебя прихлопнем, как муху. Да елки ты палки, какой Донни. Вот, ребят, ну серьезно, Донателло, я считаю, наверное, один из таких крепких бойцов. О, Ванюша разошелся. Ванюша разошелся не на шутку. Ну что, ребята, а мы с вами в этот момент подлечимся маленько, да? Совсем капельку, и я думаю, что этого будет достаточно. Лови! Тыч! И остается добить только. Все, Ванюша доигрался со своим пулеметом. Ну, ребята, мы с вами, естественно, продвигаемся дальше и смотрим. Смотрим, куда нас переместят. Была 77-я и становится 27-я. Слушай, неплохо, да? Рванули. И выберем мы с вами Шона. Да, я буду брать его. Тут хоть и 27-й максимальный уровень, но зато две звезды, два персонажа в бронзе. Ну, то, что нужно для нас. И я даже думаю... Слушай, нет, я не буду рисковать. Наверное, мы возьмем с вами вот так. И... Да, возьмем вот этого Микеланджело 33-го уровня. Для прокачки, ребята, атаки. Если он сделает свой великолепный танец, а он его сделает, наша команда получает бонус к атаке. Ну, а теперь начинаем с разбора. И будет это у нас, наверное... Мондагека? Ну, давай попробуем с него. Ага. Ладушки. Так, давай-ка, наверное, вот так вот. Нормулька. Так, ну, естественно, Кирби хиляет. Это понятно все дело. Так, ты держись у меня, родной. Давай-ка мы, наверное, тебя поставим в провокацию. Ага. Значит, у нас Железноголовый тоже взял на себя провокацию, поэтому надо нам, ребята, его быстренько разбирать. Давай, давай, давай. Но он крепкий. У него, кстати, что, двойная атака еще? Да, я только сейчас увидел. У Железноголового, ребят, включилась двойная атака. Ну-ка, давай попробуем пробить его лазером. Ну, отлично, все, минусанули. Так, и продолжаем разбирать Мондагека. Так, подожди, он выжил. Ускоряет свою команду, но, в принципе, это уже не пригодится ему, поверьте. Потому что он сейчас упадет, ну а сразу же следом и вот этот черепашонок у нас ляжет. Ать. Фигня, ничего у него... Подожди, куда ты? Я вот этого хотел. Давай-ка, наверное, его добьем. А потом уже и Кирби, как говорится, на закусочку мы с вами добьем. Так, что у нас тут? Ну давай так сделаем, фиг с ним. Давай. Пау. Слушай, какой живучий, а? 26-й уровень, а живучий.
Ну что, Кирби, теперь твоя очередь. Естественно, тебе уже здесь никто и ничто не поможет. Плюс еще и атаку мы ему понизили. Все, двигаемся, наверное, я думаю. Продвигаемся, точнее, по рангу. Давайте посмотрим. Элита, да, элита 2 звезды. Все прекрасно. Но придется, наверное, 2 боя здесь сделать, чтобы перейти в элиту 3 звезды. Так, я думаю, что здесь возьму я Дарио. Да? Да, и погоди-ка. А, ну тут серебро, Алексей. А вот тут вот, а вот тут уже и бронза есть. Поэтому начнем с Дарио. 29-й максимальный уровень у Дарио, поэтому начнем, наверное, раз, два, три. Возьму я Донателло, и сюда же в придачу мы возьмем с вами Крипа. Почему беру Крипа, ребят? Ну, потому что это неплохой таунт, провокатор, который, ну, имеет 40 уровень, да, 43-й. И я думаю, что он неплохо будет здесь сдерживать удары. Давайте мы... А, сейчас пока не получится. Ну что, с Рафика начнем, да? Так, бортанули, нормуль. Теперь попробуем повесить на него постепенно урон. Не знаю, выйдет, нет? Нет, не вышло. Ну, я прекрасно знаю, что он... Опа! Опа, пули. Так, тихо. Давай-ка мы, наверное, возьмем сразу же провокацию. Возьмем сразу же провокацию. Плюс мы замедлили время отката их скиллов и вообще хода. Минус Рафаэль. Так, теперь массовая атака от Джастина. Еще и меткость понижена. Ой, по красоте, ребята. Это просто по красоте. Так, нам здесь, наверное, не нужен будет Майки. Хорош, он свою уже наплясался. Отлично. Так, и давайте сделаем отхил. Сделаем отхил в Микеланджело фильм. Так, добьешь? Молодец, Крипчик. Ну и теперь уже все намного проще. Давай начнем, наверное, с Макмана. Макмана разбираем, потом будем уже, наверное, Бибо побрать. Джастин, какой ты слабый по атаке, а? Вообще ни о чем. Вообще... Эй-эй-эй-эй. Я вообще-то хотел Бибоп разобрать, на самом деле. Давай шипами его. Опа. Так, хорош, успокойся уже. Ты посмотри, а? Вот не успокоится никак. Ну, Кейси, давай отомсти. Слабоват. Да ладно, что за ерунда? Почему по 33 удара нужно сделать, а? Что за ерунда? Они меня уровнем ниже, и мне приходится их бомбить. Как такое происходит? Я не понимаю, ребят. Ну, наконец-то добили. Это ж сколько нужно сделать манипуляций, чтобы подбить хотя бы одного противника? И сколько нужно сделать ему? Почему-то, когда он атакует, да, два, например, 2-3 персонажа бьют по одному из моих, и у меня мой падает. А мне приходится чуть ли не по 2 раза, по 2 круга делать, чтобы подбить ему одного героя. Нет никакой справедливости. Так, ну что, ребята, здесь мы с вами определяемся в сторону Артура Пирожкова, да? Будем разбираться именно с ним. 32-й уровень здесь у него. Так что... А у меня, ребята, уже 40-е пошли. Так что все тип-топ. Но, опять же, повторю. Мой вот этот вот мутагеноид, он очень слабый. Его может разобрать даже тот же самый 32-й уровень. Несмотря на то, что он 40-го. И меня это бесит. Так, погнали, с Доника начнем. Так, пол хп отобрали сразу. Ну, давай тогда так сделаем, ребята. Так, защита понижена, и это круто. Добьем? Должны, по идее. Ай-яй-яй, не вышло. А вот так, если сделаем. Удар мусора. Так, в ладошки по земле. Во, отлично. Слушайте, ну, пока нормуль. Я думал, будет намного сложнее. И теперь уже, наверное, мы с вами приблизимся к 40-м уровням. Так, элита 3 звезды. 77-я позиция. Давай-ка посмотрим. Так, смотри внимательно. Рэчел. 31-30 уровень, да? По кубкам у него все окей. Тогда давайте будем брать. Донателло. Ага. Ролевой Майки, Боксер Стопман и Нейтрализатор, плюс Муха Хиллер. Я думаю, что, ребят, вот этих вот героев будет с лихвой достаточно, чтобы разобрать эту командочку. Ну, я не спорю, Донателло, конечно, может повесить на себе защиту, которая будет немножко препятствовать к ускоренному уничтожению противника. Так, что у нас тут? Никто не упал даже? Замечательно. А если мы вот так сделаем?
минус трое. Так, слэш добивает нейтрализатора. Ну, морзильная кошка, не подведи. Давай свой комочек, чтобы Бакстер Стокман сразу упал. Все. Изи катка на самом деле. Они даже не успели никто ничего сделать, даже ходика. А мы с вами продвигаемся дальше. Была 77-я позиция и становится 31-я. Слушай, ну, наверное, мы с вами до самурая две звезды доберемся сегодня. Мне хотелось бы в это верить. Ну что, у нас опять с вами Дарио. И, как мы видим, здесь 40-й уровень уже. И он из Лиги Самураев. Он уже в Лиге Самураев, поэтому 1, 2, 3, 4 и даже не знаю, кого нам взять пятым. Давай-ка я, наверное, Усаги возьму на всякий случай. Усаги очень мне нравится, прикольный герой. Мне нравится его скилл, хотелось бы прокачать его на максимальный скилл, где у него есть атака массовая. Так, ну что, давай так сделаем. Так, неплохо, в принципе. Теперь, ребята, с вами пробафаемся на контратаку, может быть, даже что-то нам выпадет. Выпало, и очень даже неплохо. Ой, зря ты сделала это. Зря, карачка. Блин, я думал, что мы ее добьем. Ага, Шредуру досталось. Мондагек ускоряет свою команду. Так, надо мне карайку. Хотя массовая атака сейчас упала. А вот это ты зря сделал, парень. Зря ты моего Усаги нервируешь. Так, ну-ка, может быть, поджог получится. И постепенный урон. Ну, я думаю, так справимся, да? Отлично. Ну что, ребята, двигаемся с вами далее. Сейчас посмотрим, может быть, мы даже с вами перейдем в Лигу Самураев. Ну, да, у нас Самурай, одна звезда, 85-я позиция. Давайте двигаться с вами далее. Героев еще хватает. Как говорится, еще повоюем. И смотрите, какой прикол, ребята. Аманда нам достается, да? И у нее персонажи в серебре и в бронзе. Как вот, скажите мне на милость, она может соревноваться вот с такими героями, которые, ну, 35-36 уровень, да? 39-38, но они, извините меня, и золотые тут, и в серебре, а тут бронза. Ладно, давай посмотрим, что из себя представляет этот герой. Может быть, у него вкачаны скиллы обалденные, поэтому он сейчас размажет и глазом не моргнет. Хотя я в этом сомневаюсь. Но проверить стоит. Ну-ка. Так, я, наверное, начну с Донателло. Хотя нет, ребята, мы с вами всегда убираем хиллера, да? Первыми. Массовая атака пошла. Ролевик. И остается лишь добить. Добиваю, ребята. Ага, добил, конечно. Естественно, хиляется. Вот теперь он мне уже не интересен. Вы спросите, почему? Ну, потому что, ребята, он истратил свою способность хила. И, соответственно, сколько там, 3 или 4 хода нужно для того, чтобы был откат. За это время можно положить всю команду. Так, смотрите, у нас с вами крит-атака. Постепенное лечение повесилось. Оу, Донни, ты зря это сделал. Ты это зря сделал. Он, ребята, включил дополнительную защиту на себя. Не только на себя, а на всю команду. Поэтому придется нам с ним расправиться как можно быстрее. Блин, лисенок, почему такой слабенький? Так, этот... Ага, понижает защиту мне. Ясно. Этот бомбочку, да, наспех бросает. Воспользовался, как говорится, моментом. Но я добью Донни. Опа, не понял, почему не добили? Так, отлично, упал. И, ну, давай попробуем, наверное, это не Рафаэль, это у нас Майки, Микеланджело. Так, давайте-ка снимем с себя вот эту всю ерунду, которая на нас висит. Она меня раздражает, если честно. И бомбим. Ну, вот, вот уже хорошо. Так, ролевика хотят, да, бомбануть, Микеланджело? Я думаю, что они не успеют это сделать. Так, Хан падает, нет? Ну, почти упал. Давай, Сплинтер. Ты смотри, вот они вот взяли на прицел, да, одного героя. Они его бомбят до тех пор, пока просто не уничтожат его. Ну ладно, я думаю, что мы быстрее все-таки с вами сделаем это дело. Да. Замечательно. Ну что же, двигаемся дальше. Самурай. Я не знаю, будет ли у нас самурай две звезды сейчас, но я думаю, через бой. Хотя, опять же, не факт. Может быть, даже не хватит нам. Ладно, смотрите-ка, опять прикол. Теперь у нас Вова. Опять тоже у него очень много бронзы, серебра. 37-й
Я вижу, уровень у него по максималке идет. Поэтому я даже тут не напрягаюсь на самом деле. Я выбираю вот по порядочку, ребята. Сколько нам еще? Ну, боя 3-4 нам светит впереди. Поэтому, скорее всего, до самурая 3 звезды, может быть, мы с вами доберемся сегодня. Опять же, не факт. Посмотрим, как пойдет у нас процесс. Так, атака и защита понижена. Так, давай бомбить. Ой, как хорошо, а. Массовая атака от Шреддера. Просто все упали. Ну что же, тем лучше для нас. Быстрее, как говорится, мы с вами будем продвигаться. Меньше, как говорится, мы тратим на это времени. И, ну, я так и думал, что придется все-таки еще один бой произвести, чтобы нам перебраться в самурая 2 звезды. И здесь уже... Опа-на! Андрюшка! Ну что же, давай с Андреем подеремся. У нас как раз, ребята, полтинники уже пошли. Плюс новоиспеченный пульверизатор, который перешел сегодня у нас в золотой ранг. Причем в 4-звездочный. Ему еще... А, кстати, мы же можем на него теперь искать ДНК. Точно! Точно, ребята, мы же можем теперь на него искать ДНК и прапывать его до 5 звезд. То есть нам остается... Так, что делать? Что я здесь? Что я делаю? Крит. Крит-атаку повышаю. Нам можно искать Мондагека, да? Которого мы с вами тоже можем прапать потом в дальнейшем. И, соответственно, пульверизатора. Так, сделаем на себя дополнительную защиту. Что, ты хиляешься или... Да, он хиляется. Он включил, ребята, отхил. Так, маком плевок. Подожди, как вот 38 уровень такой вот наносит урон, извините, моему бибопу? Я не понимаю, как он это делает, но я уничтожать буду, наверное, бибопчика, да, он того, он. Бибоп-кролик. Давай-ка с разбега, ну-ка, бам! Накрыл его медным тазом, и это хорошо. Теперь будем, наверное, Доника разбирать с вами. Кирби, как всегда, со своей плешивой атакой, которая ничего толком не делает. А если мы вот так вот бомбочку? Вау! Прикольно, добьешь? Угу, конечно, добьет он. Жди от него добивки. Ну и теперь у нас остается Макмен. Давайте сделаем, ребята, провокацию на себя. Этот персонаж довольно неплох. Правда, я не помню, насколько. На один ход, что ли, да, у него идет? На один ход, по-моему, провокация. Но, тем не менее, хотя бы так. Так, секундочку, давай вот так вот массовую атаку сделаем. Макман, тебе все. Можешь даже не выделываться. Пиню, по коленочке ударили. И Кирби. Как ты меня убиваешь, а, Кирби? Ну, вообще нелепость и смех с твоими атаками, с этими. Поэтому, ребята, вот если вы берете в команду Кирби или Бакстера Муху, то можете сразу вычеркнуть из своей команды хорошего бойца. То есть вы берете себе чисто хиллера. Как боец он вообще не алё. Если даже прокачать его вот эту пробирку, которая замораживает, она опять же не факт, что будет срабатывать с определенным шансом. То есть вы будете рассчитывать на то, чтобы враг был в заморозке, а она возьмет и промахнется. И вам придется, ребята, кусать потом локти. Так, ну что, Лига Самурая 2 звезды, 72 у нас ранг, и мы с вами двигаемся дальше. И по кубкам у нас Туан, он уже здесь, он был в самом начале, теперь он сюда перебрался. И просто ту. Я думаю, что мы возьмем с вами просто ту. Да, именно его. Именно его, и, ребят, уже героев становится намного-намного меньше. То есть я думаю, что еще боя 2 это максимум из того, что у нас есть. Так, что это у нас там за бич-пакеты, елки-палки, на фотографии, я не знаю. Номер 2. Сюрики от Карайки. Это хорошо. Паутинка от Паукуса, я думаю, на этом достаточно, да? Все, это изи. Соответственно, мы с вами сейчас... А переберемся или нет, как думаете? Хотя вряд ли. 72-я позиция. 38-я. Может быть, вот после этого боя. Хотя, опять же, не факт. Так, ну что, герои у нас, ребята, с вами остались сильные. Здесь можно брать любого абсолютно. Возьму я вот Люсию. Возьму Люсию. И поехали. Раз, два, три. Три, четыре, пять. И остается раз, два, три, четыре, пять. Все, ребята, идеально. Просто вот здесь вообще...
тютелька в тютельку, все герои отыграны, ни одного отката не потрачено, они, в принципе, нафиг нам здесь не нужны были бы. Провокацию я брать не буду, буду сразу просто разбирать их. Согласитесь, так будет вернее всего. Так, давай пробивной. Пробивной ушатал. И вот так вот, массовую атаку. Да елки-то палки. Ну хорошо, давай вот так сделаем. Все, это, ребят, будет добивочный, соответственно. И переходим к последнему, заключительному бою. И, соответственно, закончим мы с вами на Лиге Самураев 3 звезды. То есть даже не в Сёгуне. Или, да, в Сёгун мы сегодня вряд ли. Но это исключено, ребят, было изначально. Так, я думаю, что здесь вообще можно абсолютно любого. И почему-то мне абсолютно всех одинаковых дают. Здесь вот можно даже, ребята, включить автобой, но я не буду, потому что автобой начинает тупить. Сделаем все красиво сами. Погнали. Да я не буду даже уклонение здесь включать, потому что оно не нужно. Смотри, что происходит. Бомбочка от зэка и вертушка. Это излюбленная моя комбинация, ребята, смертельная. Все. Кстати, кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, как можно быстрее прокачать персонажей? Дорогой мой, я тебе скажу одно. Быстро прокачать персонажей на оригиналке, не взломке, вряд ли получится. Это кропотливый очень труд. У меня уже там 230 там какая-то или 240 серия. То есть практически, ребята, год скоро будет, да, если каждый день снимать по серии. И, как видишь, вот такие у меня результаты. И опять же, все зависит от удачи. Может выпасть, может не выпасть. То есть, это все очень долго. Поэтому, если ты хочешь играть быстро и не париться, то скачивай себе взломку, и будет тебе счастье. Но, как видишь, я играю не взломанную версию, и мне все очень-очень тяжело здесь дается. Но в этом весь и цинус. Потому что мне нравится чего-то добиваться самому, а не какую-то там халяву. Игра для чего, ребята, дана нам? Для того, чтобы париться, чтобы все так быстро у тебя не получалось. Ну вот. Так, ну что? Не понял. Это что-то? Скоро? Что скоро? Ежедневные задания? Я же только что сделал скоро. А, видимо, еще не обновилось. Все, ребята, я понял. Ну что, у нас с вами остается лишь на следующую серию пройти испытания. Это, может быть, будет даже завтра. Свет в темноте, да, городская война. Живи долго и играючи. Естественно, я хочу дождаться того момента, когда откроется у нас эксперт, учитель Сплинтер. И, кстати, давайте-ка посмотрим, сколько же мне нужно ДНК для того, чтобы Сплинтера... 4, ребята, ДНК, и мы с вами сможем его перевести в 4-й золотой ранг. Это, я считаю, неплохо. Так что, дорогие мои друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, хотя подожди-ка. Перед выходом зайдем сюда и глянем. Хе-хе-хе-хе. Да-да-да, именно этого я и хотел сделать. Так, тут 72 осколка, ребята, у нас не хватает, да? Еще 28 осколков нам нужно для того, чтобы получить 100 монет и поднять, соответственно, не поднять, а купить 3 ДНК на Армагона. Так, а ну-ка, идем сюда в список и смотрим, ребята. Да, мы с вами Рафаэль, фильм 5000, да, переводим его в 4-ю серебряную звезду. И у него открывается «И я тоже» называется скилл. Первая ступенька. Раф еще разминается. Защита от воздействия усиливается на 5% на время боя. Ну, это, ребят, пассивка. Вы сами можете понимать прекрасно. Но, тем не менее, смотрите, что интересно. Теперь мы с вами можем искать... Хотя нет, на Рафа мы ДНК не сможем искать, потому что просто так их не найдешь. Но зато у нас есть Мондагека, да? И пульверизатор. Кстати, где у меня пульверизатор? Я хочу убедиться, что мы можем на него искать ДНК. Так, вот он. Да, все верно, ребята. Можем, еще как. Можем и будем. Ну что же, вообще замечательно. Так, давай-ка посмотрим здесь, как у нас пойдет. А, все, ребят, кончилась пицца. Ну, а теперь уже точно будем завершать эту серию. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.